Четвертое поколение кроссовера Hyundai Tucson уже испытывается и дебютирует в следующем году. А вот его дизайнерский прообраз — это представленный в Лос-Анджелесе Hyundai T-Concept. Фирменную философию «чувственная спортивность» шоу-кар добавляет два новых термина — параметрическая фантазия и трансцендентная связь. Первый воплотился в технологии параметрический воздушный затвор. Так Hyundai называет решетку радиатора из подвижных ячеек. За воплощение трансцендентной связи отвечают фары, интегрированные в решетку. Из-за всех цифр обнародованы только габаритные размеры. Если длина и колесная база у серийного Тусана не сильно изменятся, то автомобиль станет заметно крупнее. Китайская марка Chery представит в России свой премиальный суббренд — Exeed. Для сертификации завезены две модели — это кроссовер TX и его удлиненная версия TXL. Но первый на рынок выйдет именно TXL. Случится это в июле-сентябре 2020 года. По китайским меркам это большой кроссовер, примерно как Hyundai Santa Fe. Интересно, что авторы растянутого варианта не поленились увеличить проемы задних дверей. Салон топ-версии в Китае обит натуральной кожей Napa. Есть цифровая приборная панель, а диагональ центрального дисплея 10 с четвертью дюйма. К слову, этот стандарт подсмотрен у Audi. Построен кроссовер на новой платформе M3X, при разработке которой были использованы технологии Jaguar Land Rover. На родине Exeed TXL оснащается турбомотором 1.6 и 7-ступенчатым преселективным роботом GetTrack. Однако для России могут внедрить, например, известный по моделям Chery Tiggo 2-литровый атмосферный мотор и коробку-вариатор.